Всех приветствую, друзья, с вами Малфой. В этом видео я расскажу очень хорошую новость. А в частности расскажу, как же заработать верты на проекте SumpRP. Поэтому маленькая просьба. Прямо сейчас поставь свой царский лайк и обязательно досмотри это видео до конца. Желаю тебе приятного просмотра. Маленькая предыстория. Буквально 3 недели назад я ушел со SWL и перешел снимать на SumpRP. Да, я не скрываю, что я перешел на SumpRP с надеждой на то, что рано или поздно SumpRP мне предложит сотрудничество. Я стримил, снимал, но ничего не происходило, пока мне мой подписчик не скинул один пост. Я отписал разработчикам на почту, спустя пару дней со мной связались и предложили мне сотрудничество. И они сразу же мне сделали промокод хэштег Malfoy. Как его активировать, я чуть позже расскажу. Многие сейчас подумали: все, Malfoy не будет таким, как раньше, будет снимать говно. Нет, вы ошибаетесь. Это сотрудничество не повлияет на мою честность перед вами. Я буду таким же веселым, открытым и честным. Хотя... Всем привет, друзья, с вами Malfoy. Мы играем на проекте SumpRP на сервере Reborn. Желаю тебе приятного просмотра. На сервере есть мой промокод, хэштег Malfoy. Вводи его, и на 5 уровне ты получишь 300 тысяч вирт. Сейчас я нахожусь в байкерском клубе на посту президента. Обязательно, когда ты входишь в игру, ты должен прописать клист 12. Это наша косуха в клубе. Для начала нам нужно найти напарника. Рома, присаживайся. Спасибо. Не за что. Улыбается. Поехали. Одень только косуху. Настоящие байкеры не нарушают ПДД. Но я не настоящий байкер. Мне можно. Я извиняюсь. Мы подъезжаем к зоне 51. Мы обязательно должны прописать крест 32. Собственно, мы одели маску. Этим самым мы должны написать ми одел маску. Рома, одень маску. Как мы видим, едет мотовоз. Мы должны его убить. Malfoy Тащер. Прилетел вертолет. У нас проблемы. Вояка нарушает правила сервера. Не надо так. Возвращаться на место смерти запрещено. Malfoy Тащер. Сервер разбушевался. Чё за хрень-то происходит? Я должен сбить эту клятую вертушку. Malfoy, я не успел сбить вертушку. Чё за хрень происходит просто? Ладно, ладно, шутки шутками, но я обещаю, что я останусь честным перед вами. И обещаю много различных конкурсов, ибо мне будут предоставлять донат кода. Вот. Теперь по поводу названия видео. Ребят, это кликбейт. Ну, так бы вы не зашли на это видео. Ну, скажу так. Платят не так уж и много, как хотелось бы. Но мне, 17-летнему школьнику, этого вполне достаточно. Вот так вот. В прошлом видео я обещал, что вставлю все комментарии в этот ролик. Фу, это жестко. Под тем видео собралось больше 200 комментариев. Ну, раз пообещал, нужно исполнять. Теперь давайте перейдем к заработку виртов на проекте SumpRP. Мне сделали собственный промокод хэштег Malfoy. Теперь именно при регистрации нового аккаунта. Именно в поле пригласившего игрока. Если вы ведете хэштег Malfoy, то при достижении 5 игрового уровня вы получите на свой аккаунт 300 тысяч вирт. Если в момент получения 5 левла на сервере будут включены бусты, то вы получите 450 тысяч вирт. Это вообще офигенный бонус для новичка, поэтому дерзайте. Этот видеоролик, по идее, должен выйти 30 апреля. Если вы его смотрите в день выхода, или 1 или 2 мая, у меня для вас отличная новость. Как раз в честь майских праздников на проекте SumpRP подрубили X3 бусты. Они будут действовать до 2 мая включительно. Ну, собственно, если бусты, значит, можно легко прокачать скиллы работ. Если у вас имеется 6 или выше левел, бегом качать скилл дальнобойщика. Неважно, на каком сервере вы играете, Reborn, Legacy, Revolution, без разницы. На данный момент работа дальнобойщика самая прибыльная на сервере.
Еще учитывая то, что после обновления 22 апреля заработок увеличили, и там можно заработать еще больше. На 30 скилле около 100 тысяч, на 40 скилле около 200 тысяч в час. Я когда-то делал видосики о дальнобое. Если чё, тыкай на подсказку в правом верхнем углу экрана. Кому интересно, можете посмотреть. Еще один хороший способ заработка – это перепродажа машин. Все просто. Например, вы покупаете НРГ с ГОСа на бустах со скидкой. Желательно покупать их несколько. Ждете, когда закончатся бусты, спустя там неделю все это распродаете. Чуть дешевле ГОС цены без скидок. Это на самом деле очень хороший способ заработка. Лично я сам так делал. Покупал Инфернус за 4,6 кк на бустах. После ждал буквально недельку-две и продавал его уже за 5,2 кака. Мог бы и дороже, но 600 тысяч это тоже навара, поэтому дерзайте. Если есть желание, можете ловить и продавать рыбу на торговой площадке. Вот на что, а на пачки рыбы всегда спрос большой. Вот как-то так. Буду вам очень благодарен, если вы оцените данное видео лайком или дизлайком. Это уже на ваше усмотрение. Спасибо за просмотр, еще увидимся.